Hey guys, с вами Лиза Найс. А мама пишет, ты видишь характеристика поревняльная Айбена и Бриана, ты полюбила Айбена. Мама делает мое домашнее задание. Очень сильно люблю. В общем, а сейчас я снимаю очень интересное видео. И, наконец-то, сегодня не пранк. Я решила, в общем, отдохнуть от пранков. Я надеюсь, мама тоже не будет надо мной делать пранки. Я надеюсь. Мама будет делать мне домашку. У меня есть идея. Я тебе такой твир напишу. Я тебе такой твир напишу, что ты будешь вообще в шоке. Скажешь, учителя скажет, брат, Елизавета, брат. Короче, мама что-то уже себе придумала. В общем. Пранк над Лизой. Не надо. Все, давай сегодня вообще без пранков. Хорошо, в общем, да. В общем, ребята, и сейчас я решила снять такое видео «Вопрос-ответ». И как вы думаете, где я буду задавать вопросы? В своем инстаграм! Поэтому, если ты хочешь тоже позадавать вопросы, то подписывайся на мой инстаграм, потому что я буду снимать еще такие видео, если, кстати, вам понравится. И я так просто подумала, то, что вы мало что обо мне знаете. Как раз в таком видео я вам могу рассказать, не знаю, может быть, что-то про себя, может быть, вы что-то новое услышите. В общем, вот так. Перед началом этого видео я советую тебе подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Я уже подготовила вопросики. Да. В общем, я уже готова приступать. И, кстати, всем, кто задал классные вопросы, я передаю привет. Поэтому, если ты хочешь от меня привет, то быстренько переходи по ссылке в описании и подписывайся на мой инстаграм. И, кстати, я его очень прикольно веду. И скоро нас уже в инстаграме будет 80 тысяч. Я очень рада. И мы начинаем. Давайте я сяду немного сбоку. И вот тут вы будете видеть вопрос. Итак, первый вопрос от Ярина Д. Любишь подписчиков? Я просто обожаю своих подписчиков, поэтому называю не подписчики, а ананасики. Следующий вопрос от Лизы Найс. Кстати, их уже два вопроса. Что хочешь, чтобы тебе подарили на Новый год? Если честно, то у меня все есть. Мне не надо что-то там другое. Мне просто, знаете, может быть, одежду какую-нибудь красивенькую. Ну, так как скоро я кое-куда лечу, потом вам расскажу. Там был вопрос такой, в общем. Также второй вопрос от Love is a Nice. Кто тебе сказал снимать YouTube? Мне никто этого не говорил, просто я сама захотела. Ну, серьезно, вот такое появилось у меня желание, и я подумала, блин, почему бы не воплотить желание в реальность? Следующий вопрос от Anna Dragon 7. Были ли у тебя проблемы после пранков? О, такие проблемы были, ребят. Меня очень сильно долго ругали. Дальше забирали телефон, все остальное. Я думаю, всем это знакомо. Впоследствии, да, реально были, ну... А еще было одно такое последствие. Мы снимали пранк над бабушкой. Я разбила Владе телефон. Серьезно, я просто была в шоке. Ну, я, конечно, я Владе там все починю, все будет нормально, не переживайте. Ну, в общем, я просто немного рукожопа. Вопрос от Клубничка. Ты когда-нибудь исправляла двойку на хорошую оценку скрытно от родителей? Да, и про это, кстати, было видео, пранк. Поэтому, если ты его еще не видел, то вот. Вот сюда тыкай и потом смотри. Следующий вопрос от Ксюша К. А мама случайно не хочет создать свой канал? А что я там буду показывать? Хочу. Я даже думала об этом. Ну, может, создать. Можно, тогда это же будет взрослый уже канал, да? И такие будут жесткие пранки над Лизой, папой. Как-то мне особо не хочется. Не хочется? Нет. Ну, хорошая идея. Спасибо, кому? Ксюша. Ксюша, тебе спасибо огромное от меня. Да, спасибо. Итак, следующий вопрос. Тоже от Love Lisa Nice. Любишь сериал «Школа»? Смотри, какой. Свой сериал «Школа» я очень люблю. Он мне очень нравится, и он классный. Так, давайте дальше. Вопрос от Дарина 230608. Какая у тебя фамилия? У меня фамилия Михайлова. Я думаю, некоторые знают, что раньше мой канал назывался «Михасики» именно от названия фамилии. От фамилии. Следующий вопрос от Мариамка 8129. Твое любимое хобби? Любишь делать скрапбукинг? Мое любимое хобби это, наверное, рисовать, но не всегда у меня есть на него время, потому что постоянно у меня уроки, танцы, видео, в общем, вот так вот. Да, ребят, кстати, у меня выходит видео каждый день. Я очень сильно для вас стараюсь. Любишь делать скрабукинги? Если честно, когда-то делала, но сейчас просто нету на это времени. Следующий вопрос от Максимова. Делала когда-то сламы? Конечно, делала. У меня даже про это есть видео. Если вы еще не смотрели мои видео про слаймы, вот это. Сюда вжимайте и смотрите видео. Итак, следующий вопрос от Вика 1 Дроу. Сколько вам лет? И можно вопрос, какой у тебя телефон?
сколько нам лет, мне в смысле, или там Игорю, Саше, маме, папе. В общем, мне 13 лет, Игорю 8 лет, Саше 6 лет, маме и папе 36 лет. Так, давайте дальше. Кью-Кью Норман, я надеюсь, правильно прочитала, тебе большой приветик. Какая система, на твой взгляд, лучше учиться? 10-бальная, 5-бальная или 12-бальная? Я считаю, что 12-бальная, потому что сразу видно ниже 10. Это как бы такие не особо хорошие оценки. И, ну, как бы, и не знаю, я привыкла уже к 12-бальной системе. Следующий вопрос от Амира Кэт 7. Когда новая серия перезагрузки школы? Ребята, серия перезагрузки школы выходит каждую неделю в субботу. Поэтому в субботу обязательно смотрите на моем канале видео «Перезагрузка». Я надеюсь, вам, кстати, понравился этот сериал. И продолжение, конечно же, будет. Следующий вопрос от It's Girl Мария. Тебе привет. Что бы ты делала, если бы увидела единорога? Я бы побежала к нему, погладила, сделала селфи, покаталась бы на нем. Он бы отвез меня в царство пироженок. Я бы объелась. Дальше проснулась и поняла то, что это сон. Вот такая вот у меня фантазия. Давайте дальше. Следующий вопрос от Глумова 9980. Лучшая подруга. Если честно, лучшей подруги у меня пока что нету, но у меня есть очень много друзей. Следующий вопрос от Мартусик. Делали ты когда-нибудь маникюр или собираешься делать? Если да, то когда? Да, на маникюр я хожу периодически раз в месяц. Ну, это не каждый месяц гель-лак, это просто обычный обрезной маникюр. Кстати, я собираюсь пойти 30 декабря на маникюр. И я вот думаю, блин, какой маникюр мне сделать? Очень долго думала, в общем, так и не выбрала. Хочу себе гель-лак, и чтобы было все красивенько. Следующий вопрос от Гарбар Юлия, 10. Хочешь когда-то написать свою песню и снять на нее клип? Честно, было бы очень-очень круто, очень хочу это сделать, но пока что не приближаясь к твоей мечте, ничего как бы не приходит в голову. И даже не знаю, пока что не было такое в планах. Следующий вопрос от VikaD16. Ты хотела бы котенка? Очень-очень хотела бы, и у меня были котята, очень милые. Но просто прикол в том, что у моего папы аллергия на котят. Ну, вернее, на шерсть просто. То есть и на собак, и на кошек. Поэтому не получится. Очень печальная история, но... Следующий вопрос от LeraCat4955. Когда тебе поставили брекеты, у тебя зубы сильно болели? На самом деле зубы у меня почти не болели, то есть, ну, просто немного давило, и все. Просто я знаю, у некоторых очень-очень болят там, ну, вообще жестко. Следующий вопрос от Victorias8. Планируешь куда-то ехать на МГ? Если да, то куда? И передай привет Вике. Вика, тебе огромнейший приветик! Да, ребят, если честно, я вам этого не говорила, на Новый год я буду проводить в Дубае. Ну, а потом на целый месяц я лечу на Шри-Ланку. Там очень много фруктов, поэтому ЗОЖ! Класс! Ну, вот так вот. Если честно, немного обидно то, что я буду Новый год праздновать не с друзьями. Но я уверена, в следующем году все изменится. Следующий вопрос от Паскатино Васофа, 29.04.18. Читать, да? Лиз, как относишься к России? Как я знаю, ты с Украины. Да, я из Украины. Я нормально отношусь к России. Следующий вопрос от Алинка Макс 19. Какие волосы тебе по длине нравятся больше всего? Если честно, моя длина мне не особо нравится. У меня какие-то даже короткие такие волосы. Мне нравится, когда они длинные. Это более красиво, девчачье. Давайте следующий вопрос от Мария Голосханкова. От Маши. Маша, тебе привет. В каком городе или стране мечтаешь побывать? Если честно, очень-очень хочу в США. Никогда там не было, но там так красиво по фотографиям, там все. И это, ну, сначала в детстве я вообще мечтала быть в Париже. Я думаю, все девочки об этом мечтали, но сейчас мое мнение изменилось, и я очень хочу побывать в США. Очень хочу. Особенно в Лос-Анджелесе, там в Калифорнии, ну, все дела. Следующий вопрос от Таймазова Зарина. В каких странах ты успел побывать? Мне очень интересно. На самом деле, я была не так уж много стран. Польша, Германия, Чехия. Ну, Чехии можно не считать, потому что мы там как бы особо ты и не были. Ты там оленя видела маленького. Какого оленя? Оленя в этом не видела. У деда во дворе маленький олененок. Что-то было? Не видела оленя. А, ты что, маленький олененок? Мы только приехали туда, искали, где наше поселение. И там остановились. Да, я вспомнила, да. Мы там, да, да. Польша, Германия, Чехия.
Я была на Кипре, я была в Египте, я была в Дубае и я была в Грузии. В общем, вот так вот. Ну, мне кажется, это достаточно много. Давайте дальше. Black Liz 18-19. Любимая песня. Сейчас я очень много слушаю английские песни, и моя любимая песня, наверное, сейчас это I Like It и Plain Jane в исполнении Nicki Minaj. Следующий вопрос от Вероника. Как ты относишься к Маку? Я иногда там захожу и кушаю. Но это не есть хорошо, но иногда можно. Не, на самом деле я редко там ем. Следующий вопрос от Вари Стефенко. Как мама отреагировала на то, что ты снимаешь видео на YouTube? В принципе, мама обычно отреагировала на это, ну, даже начала сама снимать. Итак, следующий вопрос от Анастасии Аскакова. Хотела бы себе татуировку? Да, я бы хотела себе какую-нибудь маленькую, но красивую, какую-нибудь, может быть, значущую татуировку. Допустим, вот здесь вот знак бесконечности, или сердечко, или коронка, или камера. В общем, не знаю, хотела бы я сейчас на татуировку. Точно, вырос. Следующий вопрос от Даша Свит Даша. Ты бы хотела выучить какие-нибудь языки и в будущем путешествовать по миру? Мама-комментатор. Да, ребят, я очень хочу выучить, ну, полностью до конца английский. Я уже его очень хорошо знаю. Ну, и как бы английский — это один из самых главных языков, который, мне кажется, для путешествия самое главное. Ну, так, я больше никакие не учу. В школе я учила немецкий, но сейчас его нету. Давайте дальше. Анисия, 12. Что случилось с твоим телефоном? С моим телефоном недавно случилась такая очень классная фигня. В общем, я поменяла пароль, забыла его. Вводила там, получается, 10 раз, и телефон заблокировался. Из-за этого я дня 3 не могла вообще ничего постить. Ну, следующий вопрос от Ангелины. Что ты будешь разыгрывать на 1 миллион? Если честно, вообще не знаю. И, кстати... Не знаешь, что на миллион? Нет. 3 айфона есть. А! Ха, дундук. Ребята, на миллион ананасиков я разыграю 3 айфона X. Йоу, да. Разыграю 3 айфона X, и все будет круто. Ну, не может быть XS. Итак, следующий вопрос от Лизы Nice Fun. Когда вы познакомились с Ладой, с Димой и другими ребятами? И дружили вы до твоего, так я поняла, сериала? Да, ребят, я дружила с Владой. Немножечко, ну и немного с Димой и со всеми остальными. Но во время того, как мы снимали сериал, я очень дружилась с ребятами. Следующий вопрос от Серафима Дмитренко. Слушаешь Элджея? Я его обожаю. Да, я иногда его слушаю, и, ну, прикольно у него даже песни. Следующий вопрос от Мадины. Когда твой телефон починят? Я его сегодня уже починила, я очень-очень рада, потому что я долго не могла его починить, и вот, наконец-то, мой телефон со мной. Без него вообще как-то жить не могла. Следующий вопросик от Марии. Какие видео любишь снимать больше всего? Пранки, потому что это весело и круто. Следующий вопрос от Д-такта. Хочешь снять свой собственный клип? Я уже отвечала, да, если честно. Было бы очень круто снять клип. Следующий вопрос тоже от Д-такта. Будешь делать пранк над Игорем и или Сашей? Просто я не хочу делать пранки над маленькими. Лучше и забавнее это делать нам взрослыми. Следующий вопрос от... Привет, ребята! В общем, у меня разрядилась камера, и я поставила другую батарею и продолжаю снимать это видео. Следующий вопрос от Микосия Official. Как ты относишься к татуировкам до 15 лет? Никак, потому что это как-то слишком странно до 15 лет делать татуировки. Тем более, я думаю, то, что должны спрашивать паспорт на татуировки. Тебе мама просто не разрешает. Так и говори, что ты стесняешься. Ладно, пока что не буду, до 15 лет не буду. А вот через 2... Хорошо, подожду вот 5 лет и набью себе татуировку. Ладно, давайте дальше. Следующий вопрос от Veta Cat. Ты играешь в футбол? Ну, я, по крайней мере, учусь играть в футбол. Следующий вопрос тоже от Д-такта. Сколько лет твоей маме? Мам, сколько тебе лет? Ладно, я знаю. 36. Следующий вопрос от Владимирова 880. Ждешь? Сколько здесь роликов?
миллион подписчиков, а на Настиком. Очень сильно жду и хочу вам вручить 3 iPhone X, йоу, да. Очень жду и надеюсь, это будет совсем скоро. Да. Давайте дальше. Вопрос от Лизы. Если ты есть в Лайке и в ТикТоке, а еще я хотела тебе сказать, что у тебя очень много фанатов. Итак, ребят, да, я есть в ТикТоке, я подписана вот так. И также я есть в Лайке, я подписана вот так. Подписывайтесь, ссылка в описании. Давайте дальше. Вопрос от Лилии. Где ты живешь? Я люблю тебя смотреть и твои видео. Ты самая крутая. Спасибо тебе большое. И, ребят, у меня спрашивают, как ты подписана в Лайке, в ТикТоке, где ты живешь. Хоть на страничке у меня вот все написано здесь. Ну, ничего страшного, бывает. Итак, да, я живу в Киеве, в Украине. Следующий вопрос от Единорог 6137. Сколько ты ложишься спать? Часов 10 или в 11? 12. Следующий вопрос от Дтакта. iPhone или Android? Так как сейчас у меня в руках iPhone, и так как мне нравится эта марка, фирма, я, наверное, за Apple. Итак, следующий вопрос тоже от Дтакта. Хочешь вернуть лето? Если честно, то, наверное, нет. Потому что мне кажется, лето было очень классное и прикольное. Но мне кажется, то, что впереди больше интересностей и разных путешествий и развлечений и всего остального. Давайте дальше. Следующий вопрос от Вики. Сними видео 24 часа пою. Надеюсь, ты это сделаешь. Блин, а серьезно классная идея. Давайте начнем припечатать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что это такое? Не понимаю. Короче, ладно, я думаю, я совсем скоро сниму это видео. Спасибо тебе огромное. Мне реально понравилась идея. Что такое? Ничего, мам. Следующий вопрос от Слайм. Сколько тебе было лет, когда ты началась снимать видео? Мне было лет... Сейчас скажу. 10. Ровно 10 лет. Следующий вопрос тоже от Д. Так. С кем из блогеров хочешь познакомиться? Со всеми. Потому что дружить с блогерами — это прикольно. Чисто я так считаю. Давайте я подвинусь, чтобы было место для вопросиков. Следующий вопрос от Полины. Какой фильм сможешь смотреть много раз и будешь очень сильно хотеть его посмотреть еще раз? Когда-то мы с Кариной ходили на очень крутой фильм «Темные умы», вроде так он называется. Серьезно, всем советую посмотреть, очень классный. Также мне очень понравилась Мэг. Это как бы ужастик, но не страшный. Давайте дальше. Мелисса Мелисова. А какой самый любимый фрукт? Манго. Просто обожаю манго. Самый вкусный фрукт. Ну и ананас, конечно же. Следующий вопрос от Дианы. Ты знаешь украинскую мову? Так, звісно, я народилася в Україні, тож я знаю українську мову і вмію нею розмовляти, але на відео я не розмовляю українською мовою, тому що не всі мої ананасики розуміють українську мову. В общем, тільки що я сказала на українському, я думаю, некоторые поняли, ті, хто живуть в Україні. Следующий вопрос, і я думаю, це вже останній, да, від Мілани. Мілана, тобі теж привіт. Ти коли-небудь вирувала щось з магазину? Вообще, ребят, когда я была очень маленькая, мне было лет 5, мы были в Дримтауне, в торговом центре, и мы зашли в магазин, там, где там ванны, там цветочки, короче, все там для декора. И в горшочке стояло деревце маленькое, и было полностью обсыпано такими маленькими камешками. Они были красивые, и я взяла себе камешек. Но он был красивый, он был фиолетового цвета. Что вы еще хотели от 5-летней девочки? В общем, потом папа увидел, мы понесли его обратно. Беспалевно положили и ушли. Также в 4 года у нас с братом не было денег, с Колей, кстати, у нас не было денег. Мы пошли в магазин и украли жвачку. Вот такое у меня было детство. Ребята, это и все вопросы. Я передаю всем привет, кто вообще отвечал. Всех очень сильно люблю. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. А с вами была я, Лиза. Всех люблю. Пока! Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы тоже поучаствовать в моем видео. Я подписана вот так. Ссылка в описании. Всех люблю!